Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую наших подписчиков на нашей еженедельной рубрике «Совет от ангелов». Ангелы – наша духовная команда мечты. Ангелов в нашу жизнь послал Всевышний Творец, чтобы они сопровождали нас и помогали нам во всех наших делах. Ангелы желают участвовать во всех сферах нашей жизни. Они хотят помогать нам и давать нам советы. Но мы часто из-за своей занятости и суеты не слышим этих подсказок. И сегодняшняя рубрика – это как раз возможность, чтобы нам остановиться и прислушаться к тем наставлениям и советам, которые дают нам наши духовные помощники, дорогие. И я верю, что сегодняшний совет, он будет ценным, важным и актуальным для каждого, ибо ангелы знают, через что мы проходим и что нас беспокоит. Они знали, что вы кликнете это видео, и они знали, что вы услышите эту информацию. И на этой неделе выпадает совет: будь полон идей. Будь полон идей. Ангелы говорят: мы рады наполнить тебя новыми идеями, ведь твое счастье – это исполнение воли Творца и радость для всех нас. Ангелы рады и хотят наполнить тебя новыми идеями, потому что твое счастье – это исполнение воли Всевышнего. Будь полон идей. Дорогие, ангелы хотят, чтобы вы были полны идей. Вы знаете, когда я вспоминаю свою жизнь и когда я вспоминаю те времена и те минуты и дни, когда ко мне приходят идеи, я обращаю внимание, что были события, которые предшествовали этим новым идеям. Просто так, сами по себе, новые идеи, они могут и не приходить к человеку, а к другому человеку приходят. Почему? Я обнаружил два момента, друзья. Первый момент, чтобы новые идеи приходили к вам, вам необходимо постоянно получать новую информацию и постоянно учиться. Например, если вы будете, я всегда говорю, если вы пересмотрите все мои вебинары на YouTube-канале по 3 раза, в вашей жизни начнутся невероятные изменения. А когда, если посмотрите по 7 раз, вы не узнаете свою жизнь. Почему я так смело могу говорить? Потому что там содержится информация, потому что там содержатся настройки, там содержатся энергетические коды, которые расширяют, трансформируют, эволюционируют твою жизнь. И когда ты погружаешь себя в новую, трансформационную, интересную информацию, соприкасаешься к ней, с ней, к тебе приходят идеи, разные идеи. О, я вот это могу применить. Во, вот такое у меня было. О, вот это было у моих друзей, они так не делали или сделали. И у тебя приходят идеи, у тебя приходят идеи. Это первый путь. Первый ключ для того, чтобы у тебя было много идей, постоянно учись, постоянно погружайся в новую информацию, постоянно иди этим путем развития. Никогда не думай, что ты все уже знаешь. И второй ключ. Делай то, чего никогда ты не делал. То есть многие люди, они живут, у них каждый день одно и то же. Работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом. И новые идеи никак не могут прийти. Но если, например, этот человек поедет в какой-то город, в котором он не был, пойдет в те места, где он никогда не был, будет общаться с людьми, с которыми он никогда не общался, придет множество идей. Вы знаете, я давно это заметил. Я люблю общаться с разными людьми. Я люблю общаться с духовными мастерами. Я люблю общаться с религиозными людьми, хотя сам не являюсь религиозным. Я люблю общаться с атеистами, хотя я не разделяю их мнение. Я люблю общаться со спортсменами. Я люблю общаться, приезжаю в деревню с колхозниками, с любыми слоями людей. Я сам из деревни, да? Вырос в деревне.
И когда ты общаешься с разными людьми, посещаешь разные города, ходишь в те места, которые ты никогда не ходил, к тебе приходят идеи. Может быть, ты никогда не ходил в театр, тебе стоит сходить. Может быть, ты никогда не ходил на выставку, тебе стоит сходить. Может, ты никогда не ходил в библиотеку, не брал книгу читать, это нужно сходить. И к тебе придут идеи. Идеи, новые идеи приходят только тогда, когда мы учимся, берем новую информацию и когда мы делаем то, чего мы раньше не делали. Дорогие, и ангелы сегодня говорят, будь полон идей. Чтобы закрепить действие этого совета, напишите короткую молитву, активацию прямо под этим видео. Дорогие ангелы, научите меня черпать новые идеи. Я хочу быть полным новых идей. Помогите мне получить новые идеи из вебинаров Михаила Агеева. Помогите мне получить новые идеи от того, что я буду соприкасаться с новыми людьми. Пойду в новые места, где я никогда не был. Начну делать какие-то занятия, которых я никогда не делал. Ангелы, научите и помогите мне быть полным идей. Я хочу, чтобы моя жизнь была интересная. И как ангелы говорят, мы хотим наполнить тебя новыми идеями, потому что твое счастье – это исполнение воли Всевышнего. Друзья, я благословляю вас на новые идеи, на развитие, на свежее и новое в вашей жизни. Будьте благословенны.